Вышла в свет книга-альбом «Лучи солнца», посвященная 155-летию окончания русско-кавказской войны и памяти жертв махаджирства под авторством Саиды Жиба. В эти дни ее презентация проходит в Анкаре, Стамбуле и Адапазаре. В книгу-альбом «Лучи солнца» вошли автобиографические рассказы на трех языках 67 выдающихся представителей наших соотечественников, проживающих в Турции, потомков махаджиров. Тираж книги составляет 300 экземпляров. В эти дни проходит ее презентация. Так, первая презентация была организована в Кавказском научно-исследовательском фонде в Анкаре. Возглавляет данный фонд представитель абхазской диаспоры Мухитин Гечба, который также является одним из героев книги «Альбом». В ходе презентации автор дарит книгу героям, их родственникам и всем желающим. По ее словам, безвозмездно 200 книг будут распределены среди абхазской диаспоры в Турции, а 100 в Абхазии. Представители наших соотечественников в Турции с большим воодушевлением приняли книгу «Альбом». Они были вдвойне удивлены и тронуты тем, что она посвящена 155-летию жертв русско-кавказской войны и дарится безвозмездно. Потомки махаджиров выступили с предложением продолжить данный проект. Журналист Саида Жиба отмечает, что еще о многих выдающихся личностях можно написать, однако будет ли иметь продолжение этот проект, пока затрудняется ответить. Идея рассказать о весьма интересных людях, представителях абхазской диаспоры в Турции у Саиды возникла еще в 2018 году, когда она поехала на 3 недели к своей подруге Юджаль Сергейке, проживающей в Адапазаре. И так получилось, что тогда Саида познакомилась со многими потомками абхазских махаджиров. Тогда под ее журналистским пером начали сверкать публикации об этих людях в «Спутнике Абхазии», газетах «Хабсны» и «Гагарский вестник». На них обратили внимание многие читатели и делились своими комментариями. Приехав в Абхазию, Саида Жиба загорелась еще большим желанием собрать всех интересных личностей в одну книгу-альбом. С этой идеей она обратилась к бывшему главе администрации Гагарского района Геннадию Сичинава, который со своей стороны одобрил проект и оказал помощь. Поддержку оказал и депутат собрания Гагарского района Ревас Беня. Экспедиция стала возможной в первую очередь благодаря им. За полтора месяца своего пребывания в Турции Саида собрала материал о 67 наших соотечественниках. Среди них старец, которому уже более 100 лет, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, личности, весьма преуспевшие в своих профессиях, молодые люди, сегодня радующие своими достижениями и многие другие. В издании книги финансовую помощь оказали спонсоры Абхазии, в числе которых Александр Ангва, Бадра Пили, а также друзья-родственники Саиды. Список спонсоров приведен на страницах книги. На издание книги с экспедицией обошелся почти 1 000 000 рублей. Журналист Саида Жиба выражает благодарность всем тем, кто оказал помощь и содействие. Также она отметила, что по возвращении в Абхазию и здесь состоится презентация книги «Альбом «Лучи солнца».